было именно вологодское. Настоящее. Нет. О, именно вологодское масло. Это бренд, да. Это же Здравница считается. Там. Тогда возможно, да. Заря. Там. Управ делами президента это все. И там вологодское масло. Еще очень вкусное мороженое. Да. Мороженое шикарное, да. 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 И Вологде я был. Самая интересная дискуссия получилась именно в формате основных проблем, с которыми сталкиваются регионы. Вот Нижегородская область, Вологодская – это то, что касается кадрового потенциала. Никто о нем не говорит. Все говорим об инвестициях, все говорим о инфраструктурных проектах, которые мы должны делать для того, чтобы привлечь бизнес. Но самое важное сейчас, во главу угла – это кадровый потенциал. И здесь я рассказал о проекте губернатора по кампусам. Это то, что касается среднего специальных учреждений образовательных и высших. Вот здесь, я думаю, есть особое преимущество нашей территории по сравнению с другими. И коллеги действительно с этим согласились. Ну и пригласил к сотрудничеству, безусловно. Кластерные цепочки в рамках макрорегиона Северо-Запада мы обязаны развивать.